Smart скамейка на площади Деревянка в зеленой зоне установили новинку для нашего города. Здесь можно будет не только отдохнуть, но и зарядить гаджет. Одесситы уже оценили удобство. Это дополнение в первую очередь привлекает, потому что у нас действительно садились только что телефоны. И это очень удобно, смотрите, и в каждой по две штучки есть, видите, 4 телефона, то есть можно за один раз зарядить. Панель установлена на крыше лавочки, она на 100% питается от солнца и одновременно может зарядить как телефон, так и ноутбук. Это не только удобно, но и экологично. А использование альтернативных источников энергии – это путь в будущее, уверена Оксана. Бывает так, что даже надо срочно позвонить, а телефон сел. Это, ну, очень актуально на сегодняшний момент. Инновационные технологии развиваются, и это дает развитие вообще новому поколению. Подарок одесситам сделали представители строительной компании «Фамильный дом». Несколько месяцев назад они благоустроили сквер, а теперь решили дополнить его такой смарт-скамейкой. Директор фирмы уверяет, экологичность и энергоэффективность – это то, к чему нужно стремиться в строительстве новых и современных домов. Для нашей компании очень важно использование новых технологий и новых подходов к работе, к развитию страны, к развитию наших строек в том числе. Данный вид использования, он прост и облегчает людям жизнь. Это то, что мы пытаемся внедрить во всех наших домах. Простые, удобные, экономные решения для людей. Дмитрий Ковров рассказал, что подсмотрел идею во время путешествия по Европе и надеется, что в скором времени в Одессе будет больше таких смарт-проектов. К слову, высокотехнологическая скамейка полностью произведена в нашем городе одесскими специалистами.